Здравствуйте, друзья. Продолжаем наше путешествие. Так, в запретном пиявочку подберем. Ваши ячейки заполнены. Продайте лишнее. Нифига себе, ячейки у нас заполнены. Ясно. Продать надо. Угу. Ладно, продадим сейчас. Ладно, так и быть, придется лететь в этот, в магазинчик. Фоксмит. Летать придется. Хоксмид, here I come. Мы тоже тебя, Пенни, рады видеть. Oh, perhaps today you have something you'd like Penny to sell for you? Так. Так. Контроль, да? Ясно. Ладно. Penny wishes you safe and wondrous travels. Умница, умница, Penny. Умница. Сейчас я хочу сходить еще в один магазин. Посмотрим вот здесь вот. Да ёлки-палки, что такое?
То иногда прям чувствительность. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Come in. Sorry if there's a smell. New batch of tide. Нету, да? Главного зверушки нету. I'll not mind seeing you here again. Consider yourself welcome. Ладно. Тетенька, ты свободна пока. Все, полетели. Вот сюда вот, да? Ну, пихнули, сбросили лишний товарчик, надо тоже. Так, ну все, побежали. Ладно, я не знаю, шляпки нужны, не нужны. Так. I can do this. I can do this. They will want to help. Is this where we're meeting the centaurs? Мы здесь встречаемся с кентаврами. Ну, в действительности, они не знают, что мы пойдем. It's less of a meeting, так что встреча будет нежданная. I suppose. Once we tell them они поймут, the they'll understand why we came, как только and мы расскажем о снищиках, надеюсь, ты права. Возможно, они увидят, что мы говорим правду. Их окружает некий ореол осведомленности, что заставляет меня нервничать. Полагаю, неправда создает впечатление. Exactly right. Верно подмечено. Да только нет, не важно. What is it? It's nothing. Truly. Ничего, правда. Нам нечего скрывать. We've no secrets to hide. That's right. Верно. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us. Должны нам помочь. Yes, of course. Разумеется, ты абсолютно права. We'll meet with them, tell them about мы встретимся, расскажем о снежитах, и уверена. Вот они, они. Что вам здесь нужно, людишки? Извините. Хочешь хвастаться перед друзьями, рассказал о том, что заговорил с кентавром? Нет. Что вы? Мы пришли, потому что нам нужна ваша помощь. Не стоило сюда приходить, маленькая ведьма. Оставь их в покое, Элек. Мы не причиняем вреда же ребятам. Это не наш путь. Ты забываешься, старый дурак. Я вожак табуна. А пока ты бубнишь о нашем пути, люди продолжают без раздумий убивать таких, как мы. По-моему, они никого не убили. И уйдут отсюда целыми невредимыми. Mark my words, Doran. Запомни мои слова, Доран. Again, если я хоть раз у их увижу, головы полетят у всех троих. Foolish children. Глупые дети. Вы хоть знаете, что может случиться с волшебниками, которые сюда забредут? Идите за мной. А как же золотые снежицы не исчезли, и за ними охотятся? Они знают, что разыскать снежицев поможет лунный свет. Просто еще не поняли, как именно. Пожалуйста, помогите нам опередить их. Неужели?
In the south there is a cave within which lies. В пещере к югу отсюда спрятано то, что ищет браконьеры, лунный камень. Заберите его и отнесите к рукам мне, что в лесу. А я пока поговорю с Эбоном. Разыщите меня, когда это сделаете. I don't understand. Ничего не понимаю. Значит, в дневнике речь идет не о лунном свете, а о лунном камне. Но какое отношение лунный камень имеет? И откуда он точно знает, где искать камень? А разве лунные камни так говорит те материал? Зачем искать пещеры? Зная кентавров, я думаю, он имел какой-то конкретный камень. Не знаю, но думаю, можно верить. Он все-таки кентавр. Жаль, что он так быстро ушел, как его зовут. Доран, кажется. Кажется, вожак Тумана. Что ж, если Дорану известно что-то, чего не знаю, схожу в библиотеку и поищу что-нибудь про пещеру. Расскажу, что узнаю. I hate to see a creature get put down like that. But trolls have no business in Hogsmeade. Meet. He's likely studied here. Так, навести телескоп. Вращаем. Дракон. Два из пяти нашли астрономические столы. Вон они, как оказывается, обозначаются столы-то. Ты понял? Ой, опять это. Оно не ловится. Ладно, это потом. Так, интересно, а еще где тут? Ну это надо с луной это бегать, ходить искать.
Давайте вот сюда вот слетаем. Еще с одной поговорим. Еще тут беседу проведем. А это что такое? Страница руководства, понял? Ну, мы сейчас вот сгоняем. Установить промежуточный пункт. These rocks have seen better days. Слушайте, станция. Ревелия. Билетная касса станции Хоксмит. Эта станция стоит здесь с начала 1800-х годов, когда министр магии Талин Гэмбл приобрела паровоз для перевозки студентов в Хогвартс. Станция появилась в Хогвартсе практически за одну ночь, сразу после прибытия. Ревелия. Сейчас мы туда заняем, а это... No, I swear I won't be wasting your time, and I'm grateful for the opportunity ever so. Come on then, what you got? It's Why is it moving? What, I bet? Your bag, it's wriggling. What you got in there? Not rats, I hope. No, it's a nipper. I should just... See if there's something you need. Ничего у него нет. Но для нас интересного. That's been a pleasure. У нас ничего нет интересного дальше. Давайте еще сейчас быстренько. А где-то тут еще один был. Или только один вот дают и все, потом больше и все. Ладно. Полетели. Ух ты! Вон носит меня.
Are you ready to put an end to Halo? Готова покинуть. I'm ready to do what's needed готово to take Harlow down. Готово, чтобы покончить Харлоу. We must gather information from the friends of Mr. Bickle, that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, это Агабус Филберт, Отто Дибол и супруги Баттенс. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the hothead. А я пока иду в Кабанье Голову, видел, что за испытлом. Hogshead, мама в Кабанье Голове на пушечный выстрел не подойдет. Вряд ли она узнает, чем я тут занимаюсь. Ясно. Where am I to find these friends of his? I do not know about Mr. Не знаю насчет мистера Боттенса, но его супруга Дейзи редко бывает в Хогсмите. Да, а работает в шапке невидимки. Весьма вероятно, что мы будем. What sort of information am I trying to gather from these people? Что у них нужно узнать? They may know what evidence Mr. Bickle had against Harlow. Могут знать свидетельства против Харлоу. We simply need to know whatever. Необходимо знать все, что знают они. Very well. I'll speak with поговори them. С ними. Узнаю, что могу. I knew I could rely on знала. You. На тебя we можно положить. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Rookwood Harlow. Их шантажируют. Со всеми поговоришь, что они здесь. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Ладно. Жломимся. Ломимся, ломимся, так, бежим. Ох, мы тут закружили, да? Otto Dibble works at Gladrags. Работает в магазине Шапка-невидимка. Please tell me you didn't take it, but perhaps it's been here all along. Mr. Dibble, Mr. Dibble, можно с вами поговорить о Теофиле Харлоу? I have nothing to say about him. Ничего о нем сообщить. Возможно, вас интересует великолепный Шейнфорд. Прошу тебя. Хочу помочь. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? Знаете Биклов? Ну ладно. Однако нужно соблюдать осторожность. Can't have Mr. Hill here. Нельзя, чтобы мистер Хилл. Знаю мистера Хилла. Он добр ко мне. Хороший человек. Даже он бы не понял эту ситуацию. Началось несколько дней назад. Я отвлекся. Читал записку, когда в лавку пожаловал, сами знаете кто. Спрятал записку под прилавком. Я предложил помощь. Он смотрел на меня какое-то время, затем попросил. Отправился в кладовую, чтобы проверить заказ, которого, как оказалось, не было. А когда вернулся, он уже держал в руке записку. Это была весточка от Рози Хилл, дочери мистера Хилла. Видите ли, полгода в тайне обручены. Мы еще не сообщили об этом мистеру Хиллу, а смею сказать, он уже о моей работе зависит от моего содействия. Харлоу сказал мне, мои отношения с Рози зависят от моего содействия. О чем? Все прошло как быстро. В один миг он схватил с прилавка дорогой шарф, сунул его в карман и ухмыльнулся. Твоя тайна будет в сохранности до тех пор, пока я смогу дарить своей даме такие восхитительные вещи. Мне приходится вести учет весьма хитроумно, чтобы скрывать последствия его пожелания. Но больше так продолжаться не может. Я боюсь что-то сказать. Я не смогу жить без Рози. Про эту записку поподробнее. Вдруг она мне попадется. It's on Rosie's special pink записка на особой розовой бумаге Рози. Вверху указаны ее инициалы. Как мистер Хилл может подтвердить ее подлинность? Как он пропажу в тайне? Ну, как я уже говорил, мне доводится хитроумно подходить к учету. К тому же я покрывал расходы собственного. Разумеется, не способствует попыткам улучшить мое положение, стать достойным руки в розы.
I met Mr. Hill the day of the troll attack. Я встречал и мистер Хилла день нападения троллей. Он был добр ко мне. Он милый человек, но когда речь заходит о Розе, боюсь, он напрочь забывается. Для него это будет равносильно... Я бы мигом потерял работу, а с ней и Розе. Спасибо, что рассказали мне. Я собираюсь свидетельствовать против Харлоу. Больше всего на свете я желаю, чтобы он гнил вас в Акане. Но будьте осторожны, он ужасный человек. Да к тому же... А что касается письма от Рози, если он вам попадется, то я выучил его наизусть. Предельно ясно. Now hurry off before Mr. Hill returns. Where was I? Now to find Mr. Bickle's other two friends. Мистер Хилл. Plenty for your perusal today. Take your time. Сейчас мы посмотрим, что у тебя можно тут купить. 94, 87, 79. Нет, ну шапки эти тут. Вот. Здесь 79 нападения. А, нет, мы ему не будем продавать. Отлично. Так, здесь 94. А здесь 10, да? А здесь минус 36. Я понял. А перчаточки? 12 здесь 6. Ну а тут-то они не прокачанные, да? Ясно.
Я понял. Пойдем дальше. Пойдемте дальше. Ведем расследование. Mrs. Rabe should be nearby. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, миссис Ботвин, можно побеседовать с вами о Теофиле Харлоу? Подруга семейства Биклов, пытаюсь доказать из него. Бедный Джан и малыш Арчи. Теперь Харлоу, похитили моего Иско. О чем хочешь? Что случилось? Я работаю охранником в Гринготсе, а мой супруг там разрушителем проклятия. Харлоу хотел, чтобы вы могли ему убедить своих сотрудников отдать ему хранящийся в банке сокровища. И вы отказались? Разумеется, я отказал. И не единожды. Я надеялся, что они сдались. Однажды я вернулся домой и обнаружил, что мой супруг исчез, а к двери ножом приколота записка. Не говорилось. У меня есть несколько дней, чтобы изменить свое мнение и помочь им с банковскими потребностями. Но Харлоу хочет моей помощи, но я не могу на это пойти, и мой дорогой Иско вынужден за это расплачиваться. Но почему Харлоу не стал сомневаться? Работа Иска еще меньше связана с сейфом, чем моя. Он путешествует по миру, выполняя поручения банка. Это я каждый день работаю в банке. Очевидно, делает меня отличной мишенью для шантажа. Вы оказывали ради за Харлоу? Нет. Ужасно беспокоюсь за Иско. Но он не позволил бы мне пойти против совести. Он чрезвычайно умен. Надеялась, он быстро сбежит. Но это до сих пор не случилось. Я начинаю беспокоиться. Уверена, что записка свидетельствует. А что еще могло бы обозначить? Вдобавок, вернувшись домой, я обнаружила, кто-то растоптал маргаритки. Мелочь. Они были гордостью отряда Иска. Он бы никогда этого не допустил. Полезно знать, на что готовы Харлоу. Хотя это и более чем тревожно. Пытался нам помочь, но погиб. И теперь я не знаю, что делать. Я приложу все усилия, чтобы собрать доказательства вины Харлоу. Хорошо. Вот эта записка. Но вы должны быть очень осторожны. Не стоит рисковать. Мы надеемся, что вы пересмотрите свое решение касательно материальной помощи. Вам дали достаточно времени, но наше терпение не безгранично. Ваш муж наверняка хочет, чтобы вы поняли всю ценность нашего сотрудничества. Готовы ли вы ответить до конца недели? Этот разговор должен остаться между нами. Надеемся, вы понимаете. Надеюсь, это не поздно. Right. О, молодец! Идем. Так, я что-то не понял. Что-то как-то мы замедлились. Тут, наверное, в трех метлах в этих. Не, ну красота. Красиво прям. Супер. Просто супер. Мне нравится. Нет. Так. Agabus Filbert must be around here somewhere.
Нам надо на мост, оказывается. Нам надо на мост. Нам надо на мост. Двигаемся, двигаемся. Так, а здесь что у нас? Ага, вот здесь. Excuse me, прошу прощения, мисс Морган. Хотелось поговорить о Теофиле Харлоу. Бикл станет легче, миссис, если мы соберем доказательства. Что случилось с Биклом? Он предлагал мне выступить против Харлоу и заявить о нападении. Но я побоялся Харлоу и отказался. Если бы вы выступили, то могли бы разделить участь мистера Бикла. Увы, полагаю, вы правы. Вы упомянули, что Харлоу совершил в отношении вас насильственные действия. Перед смертью моя необычно талантливая жена, Дульче Белла, закончила небольшой сборник стихов. Я решил приготовить ей сюрприз на день рождения, который ей не суждено было отпраздновать. Заказал для них красивый золоченый переплет. Однажды Харлоу явился, чтобы наказать меня за то, что я выступил против неандертальцев, которых не успел я помнить, как лежал парализованный. А Харлоу рыскал по моему дому, нашел сборник стихов в изысканном золоченном переплете. А я лежал в прихожей совершенно беспомощный и наблюдал, как он, посмеиваясь, уходит с книгой. Я был потрясен до глубины души. Никак не могу прийти. Понимаю, вы опасаетесь вместе Харлоу. Но вы не будете возражать, я расскажу об этом в конце Мюссинга. Видимо, у меня нет выбора. Невозможно вместе терпеть шантаж и вымогательство. Так и передайте всем, кто готов помочь. Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to удалось поговорить с друзьями. Пойдем. Вернитесь. А, летать мы тут не можем. Бесполетная зона, ясно. Что там ревет так, блин, а? Что за звуки там ревут? It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hogshead. Perhaps I'll find her there. Ну что ж. Блин, не, ну чё они, это самое, загнали нас сюда. А теперь нас опять гонят в трактир. Нечестно, нечестно. Извини, дружок, подвинься. Мы очень торопим. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Бежим, бежим, бежим. Кабанья это и самое что-то гудит. Ни хрена себе, палочка на Тионай. Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Ravellio will show me where she was taken. Поможет мне ее найти. Ravellio. Так, дорогие друзья, ну а нам надо как-то ночь тут организовать, да?
Подождите. Или в совиной почте. Нет. Как-то я ночь организовал таланты. Нет. Подождите, как-то у меня ночь этот настраивалась. Или в карте. Так, значит. Слушайте, это, а мы где вот находимся? Ну-ка, ну-ка, где я нахожусь? Кабанья голова. Да сними маска. А я ее не могу взять. Ладно. Nosy little students get what's coming to them. Ревелия. Ясно. Ясно. Сладкое королевство. Ясно, кабанья голова, я запомнил. Ладно, пойдем. Hattie must have been taken this way. I need to find her quickly. Footprints led to this room. There must be another way forward. Ну-ка, бомбарду нам. Увели в этом дворе, нужно найти ее как можно скорее. Лучше, чтобы меня не увидели. He better notice, is all I can say.
Not better than the lot of them put together, and it's time Rookwood saw it. Felcroft was extraordinarily dull. Does no one put up a good fight anymore? Ministry's never done nothing for me, no wise. Either further away or towards dark climes. I believe that in the quiet of one's mind lies the true compass to navigate the most treacherous waters. My loyalty's to Rookwood and no one else. I used to be stationed near Irondale, with Selwyn. Rookwood will lead us to victory, you mark my words. I hope Rookwood knows what he's doing. Time Rookwood took control. He doesn't need Ranrok. Mm-hmm. Потихоньку.
Так. Велия. I've robbed every traveling vendor that's passed through here. Somebody out there? Things will turn for us soon. Lower Hogsfield needs some stock. Ясно.
Блин, опять вот... Я понял, ладно.